Здесь принято курить без промежутка. Здесь без стыда положено бросать. Здесь из маршрутки прыгают в маршрутку, а из кровати в новую кровать. Тут не ревнуют, не боятся Бога. Здесь каждый третий друг у друга враг. Здесь каждая протоптана дорога. И каждый перелыкнут на враг. Глаза не смотрят, смотрят на ботинки. Там, где грешат, там молитвы ждут. Свободные колдуют вечеринки, но больше про свободу не поют. Здесь принято ночами не любить, здесь принято волос не докасаться. А только б мне себя не позабыть, а только б здесь самой не потеряться. Привет, Москва! 16 мая, 6 часов вечера, в клубе «Тунай» состоится мой сольный поэтический вечер. Я всех вас очень жду. До скорой встречи!